Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмаз на мозаиках в США». И в этом видео я хотела бы показать вам готовую работу, выложенную полностью мерцающими стразами «Осенний урожай». Была приобретена от компании Crystal Canvas Art Designs. Это компания, которая расположена здесь, в Соединенных Штатах, и она известна тем, что продает исключительно наборы, которые выкладываются мерцающими стразами, вот как это перед вами. Это полная выкладка мерцающими стразами, размер 50 на 60 сантиметров. И этот набор включает в себя 29 цветов, опять-таки все, наверное, лучше сказать, 28 цветов это кристаллы, мерцающие стразы, и один был черный цвет, который матовый. Единственное, что вы, наверное, уже заметили, я заменила один из цветов, вот здесь он должен был быть, такой сероватый, я его заменила AB-стразами, бежевыми. А мне показалось, что такой ход будет лучше, потому что я видела готовую работу уже. И именно вот единственный момент, который мне не понравился в готовой работе, это цвет, который использовался вот здесь. Это был, сейчас я вам покажу, вот этот цвет. А здесь он выглядит такой более как бы золотой, но на самом деле он сероватый, грязно-серый какой-то. И мне, в принципе, нравилось то, как получилось у меня. Мне нравится вот этот вот бежевый цвет из AB-страз. Вот этот. На самом деле было очень легко выкладывать. Я прям наслаждалась выкладкой этой работы. Технически все было безупречно. Очень хороший липкий слой. Отличного качества стразы. И, в принципе, работа
пошла довольно-таки быстро, может быть, потому что были огромные блоки одного цвета, ну, например, вот на бэкграунде, на фоне. Но когда я дошла вот именно вот до этой части, тут у меня работа застопорилась. Если практически всю работу уже выложила за несколько дней, то вот эту, вот эту часть, я, ну, наверное, вот эту вот сказать, я выкладывала где-то еще неделю, чуть-чуть, по чуть-чуть, может быть, потому что использовалось очень много конфетти, очень много цветов различных, поэтому и ушло время столько. Но на самом деле мне очень нравится эта работа. Я люблю мерцающие стразы, я люблю картины с мерцающими стразами, хотя я все-таки убеждена, что нужно комбинировать. Большинство работ, которые я видела и которые выкладывались с блестящими стразами только, они были довольно-таки пиксельные и нечеткие. Не, вне зависимости от размера, поэтому как бы все-таки я считаю, что нужно не то чтобы чередовать, а миксовать в картине и обычные стразы, и мерцающие стразы. Ну вот, как, например, я сделала с русалочкой, где я тело выложила обычными пластиковыми стразами, а все остальное мерцающими стразами. Вот, посмотрите. Но вот эта вот работа, она, в принципе, можно сказать, выложена только мерцающими стразами. Это, наверное, одна из немногих работ, которая выглядит идеально, детально и четко вот именно мерцающими стразами. И, честно говоря, то, что вы видите сейчас на экранах, ну, это вообще не то, что в реальной жизни. На самом деле картина очень сильно блестит. Я просто пытаюсь поймать угол, правильный, чтобы показать то, как она на самом деле блестит, и я не могу. То есть она в реальной жизни смотрится вот вообще по-другому, чем то, что вы видите на экране. Она смотрится намного лучше, намного ярче, намного... Ну, вот я смотрю, я вижу какие-то пиксели вот на тыкве. А на самом деле их нет в реальной жизни. Вот, я не могу просто поймать нужный ракурс, ну вот, вот так вот он, наверное, смотрится, плюс еще и блеск, то есть он смотрится ярче, чем то, что вы видите на экранах, куда у себя, и она очень сильно сияет, я не понимаю, почему вот именно вот эти стразы на камере, они не передают сияние того, которое есть на самом деле, вот именно вот от Crystal Canvas Art, замечательного качества стразы, но блеск через камеру вообще не передается. Вот, на самом деле, сияние просто безумное, мерцание. Не все работы, не все наборы дизайна мне нравятся. Вернее, они мне нравятся, но мне не очень нравится, как они получаются вот этого, у этой компании. Но, конечно, нужно видеть в готовой выкладке. И, как вы вот видели изначально, распаковка вообще ничего не говорит, схема также ничего не говорит. Вы видели схему изначально, насколько она была бледная. Если бы я ее видела бы не готовый, то я бы ее никогда бы не купила. Настолько она невзрачная и бледная была. А посмотрите, какая она получилась. И опять, вам камера не передает. На самом деле, набор намного выглядит ярче. Вот. И да, выложена работа, многого стоит, особенно видео. Нужно смотреть, конечно, прежде чем решать, особенно если, ну, картина не дешевая, эта картина стоила $27, я купила ее без скидки, вот, и опять-таки, нужно видеть готовую картину, прежде чем решить, нужно покупать или нет. Я ее купила только после того, как увидела готовое видео, ну, как бы, видео с готовой картиной. Хочу вам еще показать, это набор, над которым я сейчас работаю, вышивка бисером, как вы видите, застопорилась, к сожалению. Еще я выкладываю, вернее, вышиваю несколько наборов по вышивке бисером. Так что в скором времени покажу. Ну вот, вот просто хотела показать эту картину. Мне она очень нравится. Я оставлю ссылку. Но опять, это, наверное, для тех, кто живет в США больше. Я не знаю, доставляют ли они международно. Очень красивая картина. Мне нравится. Сейчас я вам покажу, как она выглядит оформлена уже. Вот, и в скором времени я начну работать над картиной Томаса Кинкейда «Осенний». И посмотрим, как выглядит она.
Ну вот как работа выглядит оформленная. Сейчас, когда она стоит, блеск чуть-чуть получше. Вы, наверное, можете видеть, вот, наверное, вот так вот. Вы, наверное, можете видеть вот весь этот блеск, который я не смогла передать, когда работа лежала. Может быть, это зависит от положения. Не уверена. Ну вот, видите, действительно, вот такой вот блеск я вижу, даже еще более интенсивный. Ну, по крайней мере, хоть какой-то блеск вы сейчас видите. Как вы видите, рамочка простая. Я всегда за простоту рамок в алмазной мозаике. Она пластиковая, золотое покрытие, ну, золотая краска. И она настолько простая, что она не отвлекает от самой алмазной мозаики. Это и был мой, как бы, моя цель — купить такую рамку, которая бы не отвлекала от самого дизайна. А она была очень дешевая, 13 долларов стоила. Купила я ее, по-моему, в Таргете. Ну и сделана, честно говоря, дешево, но мне, честно говоря, все равно. Главное, чтобы по размеру подходила, а подходит она прям идеально по размеру. Вот. Так, это все выглядит, но опять, блеск хоть как-то я вам могу хоть чуть-чуть вот показать сейчас, но все равно она вот вся вот так вот блестит, как вы сейчас видите на экране. Она все равно блестит намного больше, чем то, что я сейчас показываю. Вот. Надеюсь, вам видео понравилось. Спасибо большое за внимание и в скором времени увидимся.